Всем привет, друзья! Давненько я не делал вот такого вот вступления, но я вынужден вас немножечко предупредить. Во-первых, очень надеюсь, что этот ролик увидит свет, потому что мой провайдер, который предоставляет мне интернет в моей мухасанской ангарской долине, из-за большого количества изолировавших себя людей из-за коронавируса в домах и жрущий трафик, у меня кроме ВК больше ни черта не работает. Даже в Дискорде в Войс зайти не могу нормально, адекватно, чтобы с кем-то пообщаться, не говоря уже о том, чтобы смотреть ролики и загружать их, соответственно, на YouTube. Конечно, скорость загрузки это немножко другое, чем скорость закачки, и надеюсь, ее мне хватит, потому что ее-то уж вряд ли жрут. Но вот что касается стримов, здесь, к сожалению, все гораздо более печально. Уже на крайнем стриме у меня были просадки по кадрам, и если у меня все наладится, а у меня есть связи, собственно, даже с нашим провайдером, то попрошу подключить мне дополнительную скорость, и у меня все будет как прежде. Ну а пока вот, собственно, небольшая нарезочка того, что у нас было на предыдущем стриме. И в данном случае мы увидели, что идет набор в армию, и решили просто присоединиться к набору, просто потому что, без причины, наобум. Лучше, чем ничего. И погнали! Куда ехать-то, я не знаю. Мэрия, там сзади. Так, сзади у мэрии, сейчас подойдем. Так. А на GPS вот этот тут флажочек, я еще просто не разобрался, новый. Я говорю... Ёб твою мать, ты там, это, смотри, не захлебнись, блин, а то мне еще откачивать... Тебя не пол... Блин, с кем поведешься? Флажочек такой на GPS, это мэрия, да, такой? Да, да, флажочек это мэрия. Все, ладненько, давай тогда туда встретимся там. Купил себе GPS? Да, я купил себе GPS. Поздравляю. Спасибо, я вот очень много копил. Да, правильно, можешь сделать еще один вход. Я, в принципе, не против потом еще несколько часов стоять и делать этот забор по новой. Набор в армию. О-о-о, не надо так пугать, господи. Опять ты сил, да. Армия, да, просто что? Это крайне хорошая затея, скажу я тебе. Она нам очень пригодится в дальнейшем. Что ты имеешь в виду? В смысле пригодится? Зачем? Это первая ступень в бюрократическую вершину человеческих классов. Каких классов? Социальное расслоение общества. Тебе это о чем-то говорит? Ну, не совсем. Богатые и бедные. Элита и быдло. Волки и овцы. Я не очень хочу, чтобы мой носитель... принадлежал ко второй группе плебейской черни. Я не совсем, конечно, тебя понял, но... ладно, что, вступить в армию, что ли, надо? Это было бы очень желательно. Ну, давай попробуем, почему бы нет. Если что, я тебе буду всячески помогать. Не переживай и не пугайся. А чё там помогать-то? Поверь, тебе понадобится моя помощь. Так, армейка, значит, говоришь? Вон там. Вонь? Это прям вон туда. Вон там стоят, видишь? Ладно, пошел. Ё-моё, какие все красивые. Здрасте, мы первые или последние? Здравствуйте, да, что? Вступить в доблестную армию туда-сюда. Реально. Ага, спасибо. Здрасте, ой, здрасте. Добрый вечер, вы на рекрутировали? Да, добрый, именно так. Так, хорошо, встаньте сюда. Это Гранд Леон! Это Гранд Лемон! Тихо, успокойся. Не против личного? А, да нет, конечно, смотрите, вот курточка, вот пиджачок, ботиночки. Значит, для того, чтобы нас обыскать, нужно им нас связать. Так, хорошо, можете передать мне свой документ? Оп! Осень легально, прикиньте, оказалось-то. Ее легализовали по тихой грусти. Кто бы мог подумать? Держите свои документы, можете проходить до дальнейшего. Хорошо, спасибо. Веди себя как обычно. И ни в коем случае не говори, что ты сидел. Они об этом никогда не узнают. Давайте за нами. Интересное место для рекрутирования, на самом деле, вот если так задуматься. Очень странное. Давайте здесь остановимся. Так, ну хорошо, ну раз вы человеку документы показали, мне тоже покажите, будьте добры. Да не вопрос сейчас. А, вот это.
Вот Тотери, собственной персоной. Ага, Гжегош Виторг, очень приятно. Очень приятно. Справка имеет? Справка чего? Ну, медицинское здоровье. Ну, знаете, я вообще не думал, но так уж случилось, что я недавно как раз в больничке отлежал, и мне сказали, что я полностью здоров. Так, ну ладно, хорошо, пусть не вопрос. Ага. Хорошо, давайте тогда вот проверим, а дальше там посмотрим, да, по поводу справки и тому подобное. А смотрите, расскажите о себе немного, да, служили где там вообще, нет? Ой, я могу много рассказывать, но я так поверхностно. В общем, родился в Сэнди Шорс, прожил там всю свою жизнь. Вот в город приехал, тут знакомый сказал, что тут набирают. А так, в целом, я механик, ремонтирую автомобили, да и живу себе неплохо вроде, нормально пока что, вот. Интересно, интересно. Так, это все, что, да, вы можете сказать? Ну, это так, это вкратце, да, ну, вообще, в принципе, вот. Сельский механик, как меня еще называют. Золотые руки туда-сюда. Да, кстати, у меня металлическая рука, просто перчаточка, видите, такая вот, она правая. Это у меня инцидент там произошел с машиной, вот. К сожалению, отняла маленько. Надеюсь, это никак не повлияет, но она хорошая. Ну, если вы можете контролировать... Вот вы вообще левша или правша? Я правша, но вы не представляете, это очень хороший протез. Я однажды за него 200 тысяч отвалил. Зайдем. Ну, если вы, конечно... Самопроизвольно на курок нажимать не будете, то... Не-не-не, эта штука отличная, вы не представляете, это прям не Made in China, это супер штука, вот. Просто, понимаете, если вы пройдете проверку, то за каждую пулю вы будете в ответе, а это сами знаете. Понимаю, да, есть такое. Да я постараюсь вообще, знаете, я такой человек, я обычно не стреляю, я словами договариваюсь, как ни странно. Ну, вам повезло, вот у меня наоборот. Хорошо, а что вас подвигло вообще вступить в ряд? На самом деле, банальная жажда авантюризма, наверное, так. Приключений захотелось. Ага, понятно, понятно. А вообще, служили когда-нибудь где-нибудь? Нет, не служил вообще. Понятно. Так, ну, кстати, по поводу руки могут быть проблемы, но дальше решить. Я потом поспрашиваю старшего состава, что с вами делать. Так, хорошо, так, поговорили, сейчас мы пару проверочек с вами пройдем и дальше посмотрим, что с вами будет. По поводу зеленых волос сказали? Нет, мам. Да, мы это к будущему придем. Еще пока проверочку проводим. Если молодой человек пройдет проверку, надо будет свозить его и волосы перекрасить. Блин, вот это будет... Мам Ливия, разрешите обратиться, здравствуйте. Они у меня просто в соплях измазаны. Да, вы нужны... Да, вот там, блин, с этим придется согласиться. Если это можете... сопли, то тогда его в душ отмыть сопли, чтобы был чистый и красивый, окей? Все, есть. Ладно, хорошо. Хорошо, а теперь встаньте лицом к стенке. Вот кто. Ладно. Вас, да? Сейчас я вам покажу фотографию, скажете, не изображена. А вы мне как ее покажете? Да я ж к стену стою. Ну, вы уже считаете эту проверку прошли. Все верно. Я так, просто маленько, да. Так сказать, формально. А что, были так, инциденты, хорошо. Когда люди видели спину, ну, я просто маленько это... Ну, угадывали. Да ты чё? Ясновидение называется. Так это, наверное, да, надо их сразу куда-то специально, этот, зону 51 определять, наверное. Да, из-за этого. А у нас национальная глаза. А откуда вы знаете о зоне 51, молодой человек? Ой, так это... Так она же рассекречена. Уже давно, да. С 2014 года. А вы шпионом являетесь, русский агент? Вы бы с такими вопросами в Сэнди походили, там все уже знают про эту базу. Да, короче, это же давно не засекреченная база, это же давно рассекречена. Да, она слухами полнится, тем более, да. Хорошо, вот, а по поводу физической подготовки, вы сможете отжиматься, выполнять приказы, имея вот ваш протез? Да, стопудово, прям вообще без балды. В смысле, да. Да. Ну, значит, вы в нем на 100% уверен. Вот уверен, я этой штукой, вы знали бы, сколько уже всего попеределал, вот что вот за нее ручаюсь. Хорошо, ну тогда снимайте верхнюю одежду свою, проверим вас на наличие татуировки. Ого, серьезно? Блин, хорошо, мама говорила, не делай татуировки, хотя я маму-то свою не знал, так счастью. Не, ну если там не бандитские татуировки, да, то можно, вон у меня тоже есть татуировка на левом предплечье. Нифига, у меня места нету. Дай фаст. Так. Ага, да вы полностью чисты. Я-то думал бы, байкер думал бы. Не-не-не-не-не, я с байкерами дел не имею. Они немножечко... Ну, я их недолюбливаю, короче, вот. А чё, вы хоть раз оружие в руках держали? Да, держал, да. Ну, стрелять, если честно, ну, такое. Ну, как бы,
немного опыта. Вы бы знали, я раза два людей спасал от гибели, если честно. Это вот прям, я бы вам рассказал, но я думаю, времени сейчас не на то. Одевайтесь, молодой человек. Молодой человек. Не-не-не, еще рановато. Да почему рановато? Хватит с ним. Я вообще, чтобы он 20 раз отжался, показал свою физику. А, вам... Да, ну... Потом это так, это цветочки. Потом-то будете с бронежилетом, который килограмм 20 весит. Причем это никакие-то там кухрему. Боец. Не легкий бронежилет, да, какой-то. Это тяжелый бронежилет, который... Обидно. Нанес. Это 20 килограмм. Ну, понеслась. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, нормально. 11, 13, 14, 15, фух, 16, 17, 17, 19, последний, 20. Опа. Все, вставайте. Фух. Блин, все, давно я так не наяривал. Ну, теперь в армии будете каждый день. Раз вас так манит к авантюризму, да, к приключениям. А можно вопросик? Что касательно религиозных вот этих вот всех моментов, я просто, знаете, я там в Одина верю, там в Альгалу туда-сюда. Да, конечно, в чем проблема-то, ё-моё, у нас... отряд AUF, который в узких кругах называется АУФ, существует, там в основном коренные, ну, как сказать, горцы, не знаю их религию, но... Фига, вот это круто! Ладно, я понял, есть... хорошо. Но если вы верите в Альгалу, ну, я тоже молот Тор, в целом, я хочу набить на плечи. А такую татушку можно разве? Ну, почему не? А, или вы чисто за бандитские, да, вот это вот смотрели? Ну да, главное, чтобы на кистях не было татуировок и на шее. Ага. Самое главное. Понятно. А так можно, почему нет? Ну, то есть, вот я в процессе службы себе набил татуировку. Так, ну ладно, одевайте, следим, формальную проверочку проведем. Ну и в целом вроде все. Так, я подкину ручку, а вы должны попробовать ее поймать. Ой-ой-ой. Тест на ловкость и на сообразительность и реакцию. Ой. Да ничего, нормально. Поднимайте ручку. Так, ну в целом нормальный мужчина. Но единственный минус, у него нету справки. А так, ну нормально все. Я думаю, он в процессе службы ее сделал. Ну, да вообще не вопрос. Все. У меня знакомый доктор есть, она, ну, типа, приглядывает за мной. Вот могу прям хоть сегодня к ней кататься. Смотрите, что с бараком происходит. Вот. Храни, Господь, это самое. Так. Ебались на пол. Нормально. Все хорошо. Да не, я как бы нормально, просто у меня оружия-то нету, что я его совываю. Да, не переживайте, понимаете, как бы американское оружие, знаете, чем от польского отличает? Оно несет за демократию, я знаю. И не клинит. А, ну это тоже верно, да. Да, а по поводу справки тогда что, я потом в свободное время. У меня просто еще транспорт личный. Подписывайте. Оп. Транспорт личный, но как добьетесь третьего порядкового звания, сможете выезжать. А, то есть, погодите, вот смотрите, я приезжаю на службу, да, я же буду жить-то у себя дома или в бараках? В бараках пока. А потом уже посмотрим. Понятно, понял. Так, экскурсию вам проведем, не переживайте. А, все окей. Ну просто у меня машина, я ее очень люблю, поэтому не хотел бы ее куда-то это. А что за машина у вас? Хот-род, торнадо, если вам известно. О, торнадо, так это ж вообще, это ж доминиканский автопром, по-моему. Да, ну я его как бы сам еще собирал в свое время, когда маленький был с батей. Вот там вручную. А у вас так частенько, что никого или один человек? Да редко, кстати. Это я такой, так редко получилось. Ну да, так редко. Ну, надеюсь, зато в качество. Обидно. Извините, уж чупайте. Значит, говорите, волосы придется помыть. Эх, жалко. Я так долго их лакировал. Так, потом парикмахерскую отвезти. Сейчас поедете за нашим бараком. И дисциплину, да, это потом уже будет. Ну, это типа сопли. Тонировка такая, многолетняя.